Друзья, всем огромный привет! Очень давно не выходили ролики с влога, почти год. Очень много всего произошло за это время. Не снимал, потому что было много работы и перемены в жизни. Сейчас все наверстаю, ролики будут выходить теперь чаще. Всем привет! Сегодня я отправляюсь на рыбалку в лагуну. Эта рыбалка находится в Раменском районе, недалеко от Москвы, в Московской области. Там я уже был. Получается, неделю назад я ездил за карпом, но рыбалка у нас не удалась, так как мы неправильно подобрали прикормку и поймали всего лишь три карпа. Точнее, поймал я три карпа, а мой друг поймал только одного карпа. В общем, у нас там не сложилась рыбалка в тот день. А сейчас я уже подготовился, но сегодня у меня рыбалка не на карпа, а на форель. Там как раз запустили три дня назад форель в отдельный водоем. Вот я хочу поехать половить там форель. Вчера купил снасти. Сегодня вам покажу рыбалку. Не знаю, получится нет снять. Идет дождь. Ну, постараюсь что-нибудь снять для вас, чтобы вы посмотрели. И мы едем. Сейчас я заехал в Макдональдс, думал что-нибудь купить поесть, но он там все спят. Никто не открывает. Все там спят. Ну ладно. Сейчас ехать мне получается от дома час. И мы отправляемся. Ну так, мы приехали, точнее я приехал, собираю свой подсачник, сейчас будем ловить форель, 3500 стоит путевка, с 6 часов до 7, вот уже все стали, напротив домиков ловить нельзя, и напротив беседок, ну тут место себе выбрал, вроде хорошее вроде как, ну сейчас будем ловить, оказывается, что можно здесь на 2 уточки ловить, в интернете написано одну, но здесь я спросил, можно ловить на 2 снасти, ну сейчас будем ловить. В общем, сегодня наловил рыбу, точнее, я только одну поймал рыбку, целый день просидел. Ни хрена, можно сказать, ничего не поймал. Но вот из всех мужиков, которые сидели, поймали, грубо говоря, 90% один или два, одну или две рыбы поймали. Один мужик поймал штук 8. Но ему повезло, потому что он там сел, как раз напротив, где они выпускают рыбу. Он как раз вот здесь сел и кидал прямо сюда. И чисто ему вот из-за этого ему фартануло. А все остальные, как, грубо говоря, никто ничего не поймал. Обидно, конечно. Путевка дорогая, 3500. Грубо говоря, мы ни хрена ничего не поймали. Ну, ладно. Вот, что у нас там? Так, не порвал я здесь случайно. Нет. Это он один. Маленький такой, на 2 килограмма. Бойки. Распотрошил, получается, с икрой. Вот она, икра. Офигеть. Вкусненькая. Пахнет так хорошо. Жабры чистые. Такая здоровая рыба. Все-таки надо реванш взять, поехали еще наловить. Так, я получил посылку от Каида. Плюс еще сегодня заехал в магазин за всякими ништяками. Купил такую сумку форелевую. Сейчас буду собирать все снасти. На завтра буду готовиться к завтрашнему будню. Купил такую пасту. Все потом подробно покажу, расскажу про те все штучки, на что я буду ловить. И вот такая целая гора приманок. Приманок, блесен очень много. Ну, сегодня мне еще посылка пришла с блеснами, 30 штук. Забыл, с какого города. Далеко находится. С Калуги. До Москвы шел, по-моему, один день шел.
один день, вот такие вот десна. Сейчас я как раз это упакую в такой вот, в такой пенал. И покажу все, какие блесна, какого цвета. И потом уже от блесен перейдем к пасти и ко всем, и к оснастке. Так, ну вот я вставил все блесна. Точнее, не все, а те, которые заказывал под заказ. Ручная работа. Единственное, что я не учел, что этот футляр, он оказался маленький. И проблема в том, что я не могу повесить и сюда блесну. Если когда и здесь блесна, футляр не закрывается. И пришлось так делать. То есть тут и здесь блесна. Все это сейчас в хаотичном порядке. Сейчас их разверну. Вот они. Сейчас они просто попадали все. Я сейчас тут развесил по граммам, по граммовкам. То есть наверху идут самые маленькие граммы. 1,2 грамма. Тут прикольный цвет. Такие интересные. Такие переливы всякие. Вот. Ну и сейчас буду остальные. Остальные, скорее всего, просто положу в чемодан. Остальные, это у меня вот такие вот блесна. Это они создают звук в воде. На нее рыба реагирует. Также и окунь. Я в основном вот такие вот заказал. Каидовские еще блесна. Всякие блестящие. Но я их не буду сейчас распаковывать. Я, скорее всего, так покидаю чемодан. Если там что-нибудь прикольное будет, тогда достану, если понадобится. То есть такие всякие интересные блесна. Как раз четко на форель. Вот такую вот взял на форель, но она же идет и на окуня. Попробую, может, выстрелить что-нибудь. Вот такую вот взял на рыбку. Тоже классная. Но она как и на окуня, и на щуку идет, и на форель. Тоже попробую что-нибудь, должно выстрелить. Вот такая вот интересная блесна. Вообще я как бы купил еще вот такую, где такие блесны. Там мне посоветовали там в интернете. Рефлекс, она как бы дорогая фирма, такая одна блесна стоит 300 рублей. Одна блесна. Но не по-разному, есть и дороже у этой же фирмы, 450, то есть в зависимости от блесны, от модели. То есть. Вот такая вот прикольная блесна, вот такая вот с переливом. Я попробую на нее половить и возлагаю надежды на вот такую блесну. Там мужик ловил, и он на YouTube записывал видео на этом водоеме. Вот на такую блесну вылавливал. Это цвет 34, это новый цвет. Есть еще 34, старый цвет. Вот старый цвет тоже классный. Я вот даже купил бы старый, но их уже не производят. Это вот новый. У них отличие вот небольшое. Но я попробую поставить вставку, посмотрите. На старую модель. Ну и вот по блёстам такая вот куча. Сейчас я все это сюда в чемодан уложу. Буду подготавливать. Завтра я на рыбалку покажу вам, на что я буду ловить, на что я их поймаю. Так, по поводу чемодана, это я просто купил на карпа. И сейчас с собой брать не буду, это потом, через, может, недели две там на карпа поеду. Это прикормочная сетка, буду кидать. Потом, значит, как она работает. Вот он идет на карпа, поводок этот карповый. Вот, на него цепляется сетка. Сначала мы подкормили рыбу, потом вставляем другую сетку, вот такую вот маленькую. И уже тут прикормка, рыба подходит и ест. А изначально ставим большую сетку. Вот такую сетку прикормочную, чтобы не использовать ракету. Потому что ракета 350 рублей стоит, она что-то, ну, как-то дорого. Проще вот так вот, такой штукой обходиться. Потом купил грузики. Такие хорошие, вот которые дробинки, мне не нравятся. Вот они, дробинки у меня есть, но они мне не нравятся, потому что там надо постоянно их разжимать, зажимать, пип 10. Ну, вот такие взял, попробую. Потом вот такой взял сигнализатор маленький. Купил я большой сигнализатор. Где он там, где-то здесь валяется. Вот тут куча. Вот этот большой сигнализатор, но я его кину к себе туда, пригодится. Это маленький, прикольный, на форе как раз. Попробую тоже половить. Вот это вот идет типа донки, но это лучше. То есть я смотрел там в интернете, один парень выкладывал, тоже хотел сделать, но что-то времени нет за этим заниматься.
Вот там продавалась уже такая готовая снасть. Это наподобие донки, но это не совсем донка. Сюда цепляется этот сыр, паста и ловится на нее. Вот попробую. Завтра дудочку такую поставлю, а вторую уже буду со спиннинга ловить. На блесна, на резину. Ну, должно по-любому сработать. Потом взял, так это я показал уже. Ну, это на бойлер взял, ставки на бойлер. 50 рублей стоит, нужная вещь. Вот такой вот сигнализатор, но я его, наверное, завтра ставить не буду. Он там стоил 50 рублей по акции. Он, если покровка, то загорается красным. Когда покровка проходит, синим загорается, и там еще 5 секунд горит. Не знаю, батарейки внутри есть или нет, но в интернете вроде написано, что прикольная вещь. Ну, потом как-то попробовал. Цена недорогая была. Взял. А потом взял вот такой вот крючковяз, крючки вязать, чтобы не руками не мучиться, а вот такую штуку взял. Туда вставляется крючок, зажимается, и потом крючок резко обматывается между вот этими штуками, и получается хороший узел. Так, вот этот взял, что-то я тут не вижу. А, еще вот петли вязать. И там были крючки, а это петли. Такая вот штука, тут все сзади нарисовано. Для того, чтобы руками не мучиться, то взял, быстренько связал петлю. Это как раз хорошая вещь для форели, потому что когда идет капроновая, не капроновая, это леска, шнур это лески, и на флюорокарбон когда проходит, соединяется с флюорокарбоном, вот эта вот штука помогает. Кстати, вот купил флюорокарбоновый поводок. Где он здесь у меня? Вот он, форелевый поводок из флюорокарбона. Тут видите, идет у него крючок и пружина. Пружину сюда мы одеваем пасту, типа как, получается как бойл. Он заглатывает рыбу, этот бойл, и сажается на крючок. Ну и вот я попробую. Это взял на всякий случай, если вдруг это оторвется у меня, чтобы это было на запас, что-то другое. Ну, тоже прикольная штука. Здесь две штуки в наборе идет. Да, по-моему, вроде как две. Тут написано, но вроде как две идет. Ну, прикольно. Ну, попробую. В общем, я всего набрал. А еще такая еще штучка. Тоже интересная. Хочу посмотреть, как она в воде играет. То есть цепляем ее на поводок и вот такой крючок. И она должна как-то играть в воде прикольно. Ну, попробую. Таких вот рыбок взял. Рыбка такая маленькая. Маленькую, большую. Тоже хочу. Короче, всего набрал. Всяких разных ништяков. Вот такую резину. Ну, как бы она, я на нее не возлагаю надежду. Ну, просто, да, кстати, этот бомбарда тоже пусть будет. Поплавок взял тяжелый, 10-граммовый. Тоже там на карпа или там на форель. Там, по обстоятельствам. Вот такую вот резину взял. Я не знаю, со вкусом пиццы, все по-английски. Вроде как писали со вкусом сыра. Может. Потом такой белый хвост взял. Хвост. Это сигнализаторы. Но это уже на карпа, когда приеду, за пасту взял. И вот она, паста. Это паста КДФ. Я у них на сайте покупал. Но она дешевая, там акция шла, там 60 рублей. Но я почему взял? Тут чеснок. Бывает, она реагирует на чеснок. Очень редко, но бывает. Ну, я думаю, пусть будет за 60 рублей. Когда цена недорогая. Потом вот такую пасту. Это икра Powerball. Это хорошая фирма, американская. И на нее прям хорошо форель идет. Вот эту вот взял икру, попробовал. Нет, это не икра, я вас обманул, это сыр. Сыр просто цвет малиновый такой. Вот мне просто посоветовали взять три вида сыра. Малину, потом клубника, по-моему, что-то такое было. И сам сыр оригинал. Ну, вот такой цвет взял, сырный. Думал, он сработает. Потом икру я взял. Икры в магазине не было, заказал на сайте. КДФ у них брат там, за 450 рублей. В магазине 550, у них 450 на сайте. Ну, 100 рублей сэкономил, ну, попробую на икру половить. Упаковано все. Тут надо главное смотреть на срок годности.
Вот он срок годности, точнее не срок годности, а дата изготовления, 21 год. 4 года у него срок годности идет. В принципе, хорошая паста. Классненькая. Потом я взял вот такую вот сырную штуку. Сырную. Тоже, говорят, хорошо работает. Так, что касаемо еще... Так, это в прошлый раз я покупал на озере сливу, но никогда не сработала. Но она хорошо, говорит, работает по лету. Летом, когда весной приехать, летом. Но сейчас что-то как-то вообще... То есть рыба тоже не подходила к этой пасте. То есть я купил на озере, на лагуне, в этом домике за 800 рублей. Цена, конечно, бешеная. Но я думал, мучок поймаю, но нихера не поймал. Ну, настраиваем до весны, может сработать, отработать свои деньги. Потом вот такая штука, это уже идет классика, сыр классика. Тоже. Ну, кстати, вот у меня был вот такой же сыр начатый. Но, может быть, срок годности, все, 4 года ему уже. Но вторая вообще не подходила. Вот одного взял. Новое у него идет сейчас 21 год. Вот. 21 год. Здесь у нас какой год? 18-й. Да, 18-й год. Нет. Ну, может, уже срок годности прошел, не знаю. Ну, попробую, короче. Может, что выстрелит. Так, потом взял такую штуку. Дип называется. Ассимилятор клёва, форель. Ну, такой вкус такой специфический, какой-то непонятный. Чи креветка, чи хрен знает с чем. Так, тут у него срок годности вот. Вот 22-го не сделали, 2027-го. То есть вроде как большой срок годности, ну посмотрим, как она будет. Это пшикать на резину, там, на резину, на пасту. Попробую. Ну, лишним не будет, стоило там недорого. Ну, попробую. Покажу, отработает, нет. Потом такой чеснок это. Ой, чеснок, сыр. Фирма хрен знает какая, честно, не знаю, что за фирма. Это я покупал на сайте Каида. КДФ это Каида. КДФ фирма, вы в интернете вбиваете Каида. Каида спиннинги, там Каида паста форелевая, то есть магазин, интернет-магазин. Вот у них вот такую штуку купил, она сырная, ее не открывал, он запаянная. Ну попробую половить на этот хвостик. Думаю, что-нибудь поймаю. Вот это взял, значит, потом взял вот такую вот штуку. Магот черный, это мужик посоветовал в магазине. Ну, думаю, в прошлый раз я на белых поймал, это вот черный. Думаю, должно тоже выстрелить. Попробую завтра закинуть, половить. Потом вот таких тоже заказал, белых тоже разных фирм. В прошлый раз я ловил на вот эту фирму. Тромзон белыми поймал тогда форель. Это вот безопознавательный знак, как просто сыр. Ну, открою, понюхаю, завтра скажу, что там за запах такой. И вот такой вот зелененький тоже взял. Попробую. Мне вот сегодня посоветовали вот такую вот взять штуку. Она дорогая, блин, вышла. Прям реально дорогая. Всего это набор, но самая дорогая резина. Тут ценника нету? Нету. Получается, где-то она мне вышла в рублей, наверное, 700, наверное, 700 или 800, что-то там, наверное, до хрена. Но у меня продавец божился, что прям все берут и радуются, и прям под заказ заказывают, именно от цвета его разбирают. Libra Louis, Лаурис. Прям вот все его прям хвалят и супер прям, как они говорят. Ну вот, за завтра хочу закинуть, попробую. Может, что купить. Не знаю. Ну, конечно, цена дорогая, но как в интернете я читал, там все на форумах, что если брать, то брать подороже резину. Это хотя бы какая-то уверенность, что она отработает свое. Ну, попробую. Увидите. Покажу вам. Так, это тоже зеленую взял. Зеленуху. То есть у меня есть такая зеленая. Зеленая Магот. Потом белая, зеленая, белая и черная. Черная. То есть по-любому что-нибудь я туда выстрелю. То есть такой вот набор. Тут сейчас эти блесны не буду уже в пенал ложить, потому что он не помещается.
Такой еще заказал в пенал. Ну, может, сюда что сложу, просто они уже не путались. Так, покидаю туда. Тоже недорогой. 100 рублей 150 вышел на сайте. Ну и вот. А, и носки еще, кстати, взял. Такие носки классные. Стоили что-то тоже в районе 200 рублей, вообще недорого. И чем мне понравилось, то, что здесь 70% шерсть мериноса. Ну, они теплые там. Смотрел, очень много них покупают на сайте, именно эти носки. Тоже купил. Ну, одену завтра, расскажу вам, как они держат тепло. Термоноски, вот как раз на 48 размер, на мою ногу. Ну, думаю, должны растянуться. Две пары взял, посмотрю. Так, ну что у нас еще? Вот такой чехол еще прикупил. Вот такой чехол, но самый дешевый, короче, был. 700 рублей стоил для спиннинга. Ну, пойдет. Вот такой вот у меня, в принципе, карповый набор. Он хороший, мне нравится, он прям кайфовый. Но он 1,35 м. Прям спиннинги прям под самым краешек стоят. Но он такой жесткий, хороший, прорезный. Прям форму держит, бомба. Знаете, как сопля. Ну, дешевый, но он получается 1,50 м. То есть это 1,35 м, это 1,50 м. Ну, вот одену. Посмотрю. Так, ну это моя сумка, тут у меня печка. Чтоб чай подогреть такое. Это железно, но я не пользуюсь. У меня вот такая вот хорошая, большая, длиннючая, длиннючий садок. Тут всякий хлам. И все. Так, сейчас я буду собирать. В прошлый раз я ловил вот такую вот снасть. Это дошира, как сказали, червя. Короче, какая-то странная штука. Но я еще ничего не поймал, ни поклевок, ничего не было. То есть она недорогая была. Относительно недорогая, но мне не понравилось. Не знаю, осталось. Может, что словлю. Потом вот такой вот, у меня был тронзон белый. Вот на него я поймал форельку. Тоже завтра на нее половлю. Посмотрю, как она будет при запуске на себя вести. И вот такие вот червячки. Тоже цветные, тоже со вкусом сыра. Не знаю, что за фирма такая. Странная, я не слышал такой. Ну, в общем, мне она тоже не особо не зашла. Не знаю, тоже как бы деньги на ветер. Но можно, когда у нее там особенно ловить. Не знаю, она когда в Одессе вообще странно ведет. То есть не плавает, не... Ну, то есть какие-то хаотичные движения. То есть, не знаю, не зашла она мне. Ну, пусть валяется. Может, ночой когда-нибудь сработает, когда уже ни на что не будут клевать. Ну вот, попробую завтра на этот ловить, как в прошлый раз. На этот, на черный, на зеленый, то есть на разные цвета. Посмотрю, на что рыбу будут откликаться, эти черные на блесна. Думаю, и блесна должна отработать хорошо. Значит, вот мой предыдущий этот карповый мой набор. Значит, что здесь... Ну, это как бы все такое рабочее. Это вот убийца карася называется. Тут тоже пасту бывает заправляют. Карась хорошо, этот карп хорошо тоже подходит к пасте. Форель, как ни странно. Это вот я тут мудрил. Тоже надо будет порядок навести. Здесь, кстати, такие вот ножницы обалденные. Это вот швейные ножницы. Они вот классно обрезают леску. Удобные. Даже я вот заказал у них на сайте. Тоже упакованные. Вот. Для этого чемодана классная вещь, стоит копейки, но прям отрабатывает классно. И вот такая вот штука, это черпак для этих, для пасты, чтобы пальцы как бы не пачкать и форму хорошо делать. Ну попробую, никогда не пользовался, никогда не видел, чтобы кто-то пользовался. Ну, стоит тоже там 50 рублей, по-моему. Ну попробую, вроде должно отрабатывать. Потом в прошлый раз пользовался вот такими здоровыми снастями. Ну, это вообще щуку на щуку. Но не алё вообще. Вот такой вот блесной. Тоже попробовал, поработал. Ну, тоже рыба не подходила. То есть, не знаю, что и надо было. Ну, то есть, вот такие всякие прибамбосы. Вот эту запускал резину. Но тоже она не особо отработала, мне не понравилось. Что тут у меня еще? Поводки всякие. Кстати, вот это классная вещь. Это чеснок. Он что-то раскрылся. Чеснок. Вот он хорошо берет карп на него.
Вот прям обалденно. Бывает такой еще только белый, и другая фирма, там я забыл, называется, тоже из таких же пакетов. Тоже классно работает, мне нравится. Так, вот поводки у меня, тоже беспорядок. И дипы, всякие дипы. Так, дипы, потом карповые бойлы, тутти-фрутти. Ну, в общем, такой набор. Тут перец у меня. В общем, такой набор. Сейчас все соберу, снасти сделаю, подготовлю удочки, чтобы завтра время не тратить на водоеме. И все, и надо будет машину все отнести, чтобы завтра не бегать. И надо уже спать ложиться. Завтра подъем, 6 мне надо быть на озере, оплатить путевку и начнем ловить рыбу. Все, я собрался. Потратил, конечно, часа, наверное, 3 на все сборы, пока все это разобрал. Сумки, удочки. Закидал пока сюда все. Все блесна, не стал их раскидывать по этим, ну, по коробкам, потому что это долго и муторно. Вот такой обзор это чемодана. Сюда вставляются удочки. Одна, вторая. Здесь то же самое. Третья, четвертая. То есть ставили удочку, спиннинг. Очень удобно. То есть поставить, допустим, такую наживку, чтобы не на пол ставить, а именно сюда. Удобно. И вот она закрывается. Вот такие ручки у ней пластмассовые. Вот защелкивается. Ну, бомбовская. То есть она не промокаемая, такая прям кайфовая. Потому что сегодня купил, она недорогая. Так, вот поймал первого лосося. Вот он здоровенький. Двое. Так. Килограмма на 2 так вышел. Сейчас будем дальше ловить.